«Веселая зебра». Под таким названием проходит тематическая смена в детском оздоровительном центре «Арго». Каждый день здесь наполнен профилактическими и воспитательными мероприятиями. Основной упор делают на безопасность. На территории центра оборудовали автогородок – модель улицы со светофорами, разметкой и знаками дорожного движения. Педагоги Центра дополнительного образования детей «Искра» вместе с представителями госавтоинспекции провели для детей занятия, где напомнили о правилах дорожного движения. А затем школьники продемонстрировали свои умения на практике с помощью мобильной лаборатории. Данная лаборатория может выехать в детский оздоровительный лагерь, в какие-то отдаленные уголки и напомнить детям правила дорожного движения, спрофилактировать их возвращение обратно в город, да, где у нас интенсивность движения, чтобы они в игровой форме еще раз вспомнили, закрепили для себя те правила, которые им необходимо будет соблюдать по возвращению в город. По словам педагога-организатора центра «Искра» Дмитрия Черемшанцева, современные дети хорошо знают правила дорожного движения. Регулярная профилактическая работа, которая проводится учебными заведениями в этом направлении, дает свои положительные результаты. Однако еще важнее научить детей применять свои знания в реальной жизни. Когда мы их начинаем спрашивать то, что касается непосредственно правил дорожного движения, многие отвечают достаточно верно и уверенно. Вот. Когда дело касается уже применения теории на практике, вот, да, когда мы им даем почувствовать себя уже в роли водителей, вот тут вот возникают уже проблемы, да, то есть возникают моменты с тем, как теорию наложить на практику. Собственно говоря, поэтому мы и стараемся с ними участвовать вот в таких вот конкурсах лаборатории ПДД от нашего центра. В условиях высокой интенсивности дорожного движения в городе знание правил поведения на дороге становится залогом безопасности. Поэтому так важно уже в раннем возрасте прививать детям знания и воспитывать в них культуру в этой области. Активную работу в этом направлении проводит Департамент образования городской администрации. Работа по профилактике безопасности дорожного движения, по снижению детского дорожного травматизма проводится на постоянной основе в течение всего учебного года. В летнеканикулярный период, в июне месяце, на базе 189 лагерей дневного пребывания детей, а также с июня по август на базе 6 оздоровительных центров, совместно с отделением пропаганды ГИБДД по городу Самаре, на постоянной основе проводились профилактические мероприятия с использованием мобильной лаборатории ПДД. В мероприятиях приняло участие более 20 тысяч детей. В департаменте образования анонсировали большое мероприятие на тему безопасности дорожного движения. Оно состоится в преддверии Дня знаний на базе учебно-спортивного центра «Автогородок» в парке имени Юрия Гагарина. Галина Топилина, Петр Паламеев, Николай Сидоров. События.